базуку вверх, чем обычно. Ну, война какая Вьетнам. Кто-то слева, что ли, Олег? Давай здесь закроемся, я ебал нахуй. Чувак, задел! Я его сверху! С холодильника с киркой! Я надеюсь, они не додумаются базуку в этот домик ебануть. Хуёво так-то. Так, что у меня есть? У меня есть один кирпич, хуя, ебать. Надо 10. Ты как-то бежит, слышишь? Что такое? Я что-то построил, не знаю. Блин, Серега, сейчас обоссусь. Да нормас, чё ты? 26 секунд, тучка пойдет, нам хана. А вы вообще никого не убили? Я нет. Пытался сложника? Сколько у меня? Один убийство, одно у меня. Я пытался кого-то убить. Но я лучше Серегу засрел. Не знаю, я в кустях вообще сидел, да. Мне по кайфу. Да, пустые топчик были. Это пиздец, нахуй, залез и все, и потерялся. Еще меня подняли, блядь, самое смешное. Бля, круг. Круг. Или он что, он не у нас еще? А, непонятно еще. Сужает. Причем, у вас есть чем дефать-то вообще? Ну, уже есть. Ну такое. Не, у меня дохуя что есть так-то. Ну, у меня есть ПП 66 патронов. Дробовик. Я знаю одно только, то что узкоглазый хреново дефит. Я черный нахуй. Еще блин нас плетит. Возможно. Ой, Олег. Война какая-то идет, короче. Тихо, Ирак нахуй. Да что там, блядь? Я лучше на холодильнике посижу. Как красится! Давайте рушится! В этом сыне. Сидите наш курс. Сейчас пацаны сюда пойдут. У вас ловушки есть? Нет. Блин, зря я ловушку потратил. Может как-нибудь заблокировать дом? Серег, не топай, тебя слышно было, не топай. Ты тоже топаешь, Олег, не топай. Олег, нахуй. Осталось шестеро. Восемь. Ну считай нас, да ведь? Или нет? Я не знаю. Ну, в папке считаются, типа, люди, которые ты. Типа, твоя команда тоже считается. Так что так ты 6 осталось. Не 75 хп. Тихо. Ирак там, нахуй, Ирак. 7. Заканчиваются, пацаны. Ебать, уникальный геймплей. Вся сейчас там осталось 4 человека, они все в команде, ну. Нет. Олег, ты дурак, что ли? Тише, блядь. Сука. Тут рядом, блядь, тут рядом. Тихо. Не топ. Мне рука потеет, нахуй. Ладошки потеют. Пиздец. Вот бегают здесь. Тихо. Олег, не пугай, давай. Ебать толпа. Не топ, не топайте. Что тут происходит? Они тут охуенно, блядь. Че-то у вас как-то раз это. Трушило. Надо было мне сидеть вообще там за холодильником. Пиздец, а я не знаю, что-то меня ваншотнул нахуй.